Siamo partiti ieri notte sul treno numero 100 diretto a Vladivostok da Yaroslavsky Vokzal. Lui è il cavaliere senza macchie e senza paura. Grazie. Ci troviamo nella stazione di un piccolo paese, facciamo una pausa di 20 minuti e ci sono tutte le babushki che adesso non si vedono e che vendono insomma cose da mangiare, frutta, al binario. Ah, stiamo andando a Yekaterinburg? Vabbè, non so se si nota, sono in pigiama. Как ощущение? Хорошее. Я всегда мечтала это делать. Сейчас все дети играют в эту игру. Его не было, когда я была маленькая. В 1879 году родился русский писатель Павел Петрович Бажов. Ты просто нажимай на кнопки, да. Нажимай на кнопки. Пышма. Город Спутник. Вот. Верхняя Пышма очень рядом. Чуть пониже, буквально. Кедровая. Поселок. Чуть пониже. В округе Верхняя. Екатеринбург. Страх какой-нибудь есть, когда дорогу переходишь, или тебе говорят, что это я дорога знаю, была? Что я перехожу дорогу. Я что-то доверяю ему, потому что всю жизнь так живет, наверное, он знает. Привет! Ребята! Нас лепят? Нет, ну вообще все белые, какая белая прям.